главный тренер команды СГУ Дмитриев Михаил Александрович. Михаил Александрович, вот расскажите о сегодняшнем матче, особенно про игру в обороне. В первом тайме команда в целом игру начала хорошо. Первые 25 минут владели полным преимуществом, создали ряд моментов. Возможно, забили гол, судья не увидел. Сейчас пока что об этом говорить рано, вечером посмотрим, обсудим. Команда хорошо сыграла первый тайм, и во втором тайме в обороне, именно не в обороне, а командная игра в целом развалилась вследствие ошибок, индивидуальных ошибок. Просто надо сыграть проще, надежнее на своей половине поля. А, к сожалению, что-то придумываем, из-за этого идут ошибки, и соперники нас оказывают за эти ошибки. Это не соблюдение игровой дисциплины в обороне, это очень нехорошо. Тем более ошибаются люди, которые достаточно опытны. Вот, Михаил Александрович, а вот частые навесы, которыми играла команда, это так и задумывалось? Наша команда вообще в основном она строится игры. Игру мы строим через фланги, через быструю атаку, через контроль, если позиционная атака. Но опять-таки в основном это вся игра строится через фланги. Как правило, это наш как бы такой стиль, хотя мы используем и игроков в центральной части поля, и удары издалека тоже это присутствует, но, к сожалению, сегодня у нас с реализацией большие проблемы, команда не забила ни одного гола.